Всем привет. Короче, работа кипит. Вот так подготовка. Мужики делают, польские рабочие. Листы вот так делают, потом кипсовать будем. Подготовка идет полным ходом. Эту квартиру они сделали, все. Кухня, эфтерор. Все вот так вот. У Фау здесь бой с другой стороны. Роры лежат, трубы. Сюда он будет на этом месте. Алло! Не, я говорю, он и фрезы. Не, он и. Где это? О, 300 тоже. Драй. 20. С GoPro? 320. А, GoPro. Да, GoPro. Это я рыбачу там. На рыбалке фильмы снимаю иногда. GoPro за 3000, не? Но GoPro 6, 10. У меня 8, 8. No, no. А сейчас и уже и 9, и 10, вроде 11 есть. 9, 10, no. Там, там уже какой-то режим уже, даже ты не включил, она это вылавливает, когда ты дергаешь рыбу, чтобы заснять. Да-да, есть это режим уже до этого. Я был на рыбах. Zawiązywałem na wędkę, rzucałem i zadałem dno. Da, da, da. Albo jak lód był pod lodem, patrzałem też. Da, to rzucałem powoli, powoli. To też można, jak to, czechol, no. Czechol, i odziewasz i pod wodę ją też. Вот такие у нас рабочие мужики в Польше делают. Там мне коллега ложит, кабеля ложит. Начал пристреливать. Тут вот тоже уже кабеля положили. Все, я затащил. Пролады, короче. Сюда вот приходит сулятунг на это. Вот это так это. Это Туфау само будет. Конечно, приходят все комнаты подписаны. Станция подписана. Киндерцемер. Ой, шляпцы, извиняюсь. В этого це будет. Тоже в кабелях все сюда идут. Короче, вот такая система. Сейчас будем. Это моя лестница. С нее работаю. Короче, на монтаже. Я использую ее как лестницу, встал, я дотягиваюсь, все, кабельки ложу. Так.
немножко. Сейчас еще гвоздиками сделаем. Так, иду за гвоздями. Короче, вот здесь мы сидим. Это типа бутовочки у нас здесь. Здесь закрыли материалом. Чтоб сейчас холода наступили, короче. Так, вот она и гвозди. А это на жесткий камень. Вот такие мы используем. На гельшеле называется кабель к стене. А это вот шайба нагель. Короче, вот такие. Это в шлицах делаем мы. В гипсе. В гипсовых, короче, стенах. Все, идем дальше. Все, кофейня у нас тут стоит. Кофемашина. Пьем кофе. Тут же обедаем. Приступаем сейчас к работе. Тоже на эту квартиру план есть свой. Вот такой вот план. И кухонный план здесь. Тоже стены. Первая, вторая, третья. Три стены, короче. Это кухонный план отдельно. Все, будем крепить шлицы. Сейчас покажу, как я креплю. Потом есть, короче, гипсеры приходят, загипсовывают наши шлицы. Так, машинку моего друга, моего коллеги, короче, приходится работать руками. Молоток вот такой вот, шпицхаммер. Просто отбиваем. Сразу дырки делаем. Отпусти, короче. Сразу приготавливаем, чтобы кабеля ложить куда были. Здесь тоже ТХ будет подниматься, прям термостат кабель. Все. Походу вот он пришел. Да, вот РТХ кабель. Это вот сюда в верхнюю будет заводиться. Сразу заводим его, чтобы его не потерять. Сразу я его завожу. Потом сюда еще мост надо, турбину, штром взять. Так, и загибаю как лампой. Что это сидеть будет мотор на нем. Так, все. Сделали лишнее. Рор убираем. Так, лампа потом. Так, берем сейчас лампы, ищем.
Лампы тоже предварительно подписаны, короче. Лампа 1. Это наверх делать. Сразу делаем лампу 1 наверх. Так, вот так откусываем мантель, чтобы маленько входило вот. Не надо вовнутрь, потому что потом места не будет. Лучше притык делать все, чтобы лишнего не было. Короче, подрозетники. Все, лампа есть. Лампу сразу загибаем вот так. Все, лампу загнули. Ищем вторую лампу. Так, идет третья. Давай третью, давай вторую поставим. Так, тоже примерно откусываем вот так. Обзолируем на грани. Все. Сейчас лампа 3. Лампу 3 тоже вот так откусываем лишнее. Тоже заправление. Все. Готовочка идет. Я сейчас один шлиц покажу. Как делать, как делаем. Так, вот еще лампа. Короче, все лампы не забываем закручивать, чтобы потом было достал. Уже когда шильты раз после гипса открываешь дозу, вытаскиваешь кабеля, это сразу будет лампа, все уже понятно. Не надо звонить, ничего. Так, здесь у нас цуляйтунг. Цуляйтунг мы заводим обычно в верхнюю дозу. Тоже цуляйтунг заводим сразу. Да. Кабель, конечно, изоляция попадается, что не стянешь нифига. Кабель. Не знаю, где его изготавливают. Раньше кабеля были прекрасные. Изоляция слезала прям. Руками прям берешь, стягиваешь, без всякой нагрузки, короче, на руки. А сейчас все руки вытянешь. Так, это у нас вексель 3. Это идет вот на ту стенку. Векселюется здесь лампа. Вот та лампа, третья. Нет, да, вот та третья лампа векселюется. Если оттуда идешь, включить ее. Здесь выключил, пошел на улицу, короче. Так, вексель 3, это на нижнюю, где идет третья лампа. Так, векселюем сразу. Вексель. Все, идет с векселем. Лампа идет с векселем. Это РТХ приходит. Короче, мы ее сюда пробьем. Так, сейчас кабель тройку возьмем на фербиндунг. На фербиндунг кабель берем. Троечка сразу между собой. Фербиндунг. Это загибать не надо, это у нас штурм идет. Так, фербинг положим. Делаем, чтобы меньше проводов было в каждой. Одинаково, короче, стараемся делать, потому что потом клемить есть. Если в одну дозу, бывает 5 по 5, по 6 кабелей, то пятерки не хватит клем. Надо будет восьмерку брать. Она толще. Потом сам шальтер потом места не остается вставлять. Все в кабелях. Так, фербинул сделали. Так, сразу его можно загибать, прятать
спрятали. Сейчас еще вот это покажу. Штык-дозу нижнюю. Это штык-доза нижняя сейчас. Бинду. Так. Все. Можно загибать, короче. Прятать. Все. Чем быстро. Молоток мне в помощь. Пробиваем кабелечки. Где не лезет, может, маленько. Фиксируем, все. Закрепим. Я сейчас положу, а потом коллега, короче. Коллега поможет. Чего? Да. Так, сейчас подтяну рор. Нифига не идет. Вот так, короче, мы делаем. Все. Всем, кому было интересно, как мы работаем, все показал. Сейчас здесь буду кухню делать. Все. Всем пока. За гвоздиками. Коллега тоже здесь заводит. Все, параллельно два. Две квартиры идем. Так, гвоздики. Вот план. Такой вот план у нас. Здесь кухонный план отдельно. Это стена. Это стена отдельно. Шумно, конечно, здесь. Приходит сюда хер сверху. И верхнюю упал на 2,5 квадрата приходит. И потом все тут разводится, короче, идет.
это шальтер будет здесь. Один приходит сюда. И вот это будет отключаться в шальтере. Вот в этом первом. Это херт, короче, здесь. Там ГС. Мойка, короче, будет стоять. И здесь бак. Сепарат, бак окон будет стоять здесь. Печка, короче. Для печки. Пекарня, короче. Сам херт будет здесь, основной херт. А это уже бак окон. Ну, это как там такая, где грилить можно, там пироги, печь тоже отдельно. А на той будут варить, готовить. Вот так. Вон циммер сделанный. Зал, короче. Все, приходит сюда 2,5 квадрата верхний. Здесь. И пошел здесь отсюда, все берется уже шром. Все разводится. Туда идет, фербиндуется, короче, туда и туда идет. Потом туда. Пошел на все по кругу. И ДПАО. Тоже ферталер сразу идет. И ДПАО. Кабель. Вот этот. ДПАО. 8-8. Это двойная с Ташей, короче. Карманом идет. ДПАО. Коллега упорно бетон долбит. Да. Тут тоже осталось все заправить. Вот он пристреленный. Все здесь. Все, иду работать. Иду свою работу делать. Все. Вот сделанный уже у нас монтаж, короче. Здесь кухня. Здесь ролады вот приходят прям с ролады Кастена. И входит вот сюда первый подрозетник, короче. Здесь будет шальтер стоять и ролада. Это 4 доза 2. Здесь кухонная, ну, кухня здесь. Короче, здесь шальтер будет. Это отключаться будет вот эта доза, короче. Все, потом дальше идет. Херт приходит тут по полу. Вот он идет там. Вот. Идет все сразу в ферталер. Короче, в этот щит. Электрощит идет. Здесь приходит с электрощита по потолку. Две трубы, короче. У них тройка на 2,5 идет на Цуляйтунг сам. И на Бакофен приходит сепарат, раздельно она идет. Одна штык-доза не касается ни к чему, отдельно работает, короче. Здесь тоже вот будет отключаться, короче, розетка одна будет. Вот это здесь еще сделают ее. Кабель пока приготовили. Все. Здесь нормально все. Потом ДФАУ. Ой, ДФАУ. СП. Короче, мойка здесь будет стоять. Кабеля приходит здесь. Здесь будет, короче, бак стоять. Под, ну, расширительный. Подогреваться. Вода будет. Короче, электробойлер маленький. Вот, будет греть воду. Ну, подходит, будет холодная вода и будет нагреваться через электрический бойлер, короче, маленький. Все, идем дальше. Здесь тефтерор стоит. Здесь будет отверстие вырезаться с крышкой. И там будет под телевизором где-нибудь сзади, чтобы стена была без всяких каналов, без всего. Прячется все кабеля. Здесь и ДФАУ доза. И штром, свет, короче, будет. Так, здесь будет. Это идет вот эта лампа, векселируется на вход в зал. Балкон. Балкон здесь. Здесь там маркиза будет. Маркиза. Как она? Ролада. Ролада.
Жалюзи. Жалюзи это здесь будет. Ну, как у нас маркиза там. Здесь ролада называется. По-русски, не знаю, все вроде по-другому как-то. Здесь тоже приходит вот эта ролада сюда. И маркиза, короче. Аузен. И штрихдоза внизу. Все будет отключаться. Здесь все, свет. И включаться отдельно штрихдоза и лампа. Короче, там. Так, здесь у нас туалет. Люфтер здесь вытяжной стоит. Подключены все. Лампа одна здесь будет висеть. Здесь будет умывальник, там горшок, короче. Это вексель здесь приходит. На ту стенку вот. Сюда вот он, вексель приходит. И штрих-доза будет. Потом здесь будет... А здесь ничего не будет. А здесь будет бат. Нижний бат. А верхний будет флюр, короче. Переделали мы. Никак сверху. Здесь будет ролада приходить. Вот она тут. Ролада, короче, приходит сюда сверху. Вот. Это кабель. И люфтер. Кабель по полу вот положили. Да, по полу. Вот он здесь будет. Все здесь включаться люфтер и будет свет включаться. Потом будет отдельно здесь, наверное. Да, здесь вот сюда приходит фербиндунг. Фербиндуется, чтобы здесь был свет. Лампа, короче. И здесь будет шальтер. Шальтер еще. Выключать эту лампу. Две штрих-дозы. РТХ, ром-термостат, БАДовский здесь, короче. Потом приедут бодолегеры после нас. Будут бодан, короче, полы. Берется такая пенопласт крошкой, пупырчатый такой. Ну, гранула круглых. Они слой засыпают, все наши роры засыпаются. Потом ложится тонкий слой на них пенопласта. Пенопластом, короче, закрывают все плотненько. Все заклеивается, чтобы ничего там не было. Герметично все, каждый между собой лист склеивается. И сам он сверху, как это, как клеенчатый. Не знаю, чтобы влага не проходила ни вниз, если вдруг кого-нибудь затопит или что. И все, вдоль стен все там заклеивается, да. На высоте сантиметров, наверное, 12 там ляжет. Где 16 сантиметров, где 14 эштрих. Потом зальется. Потом сантехники придут, положат свои хайцеры, короче. Положат свои тут трубы пластиковые, короче. Здесь, везде. А потом уже приходят опять бодолегеры, короче. Уже заливают сверху стяжку делают, ну, растворную, короче. Эштрих ложит, заливает полностью всю квартиру. Вот так прячутся наши трубы, сантехнические трубы. Все под эти полы, короче. И полы сами... отапливаемы. Никаких батарей здесь нет, никакого геморроя, чтобы там их белить, красить, ржавчин, трубы менять, блин, как в России. Здесь все путем пластика, тысячи лет ничего не будет. Роры такие специальные, ну, они такие прозрачные, пластиковые роры, хороший пластик там какой-то, не знаю. Которому ничего не будет никогда. Он и не лопается. Короче, устойчивый пластик. Вот так все прячется. Тут придут гипсеры. Короче, все это стены зальют, замажут. Вот тут еще будет пуц накладываться наравне с этой стеной. Вот этот вот перепад какой. Это чтобы соединить стену
заштукатурить, короче, было. Вот такие вот дела. Все. Кому было интересно, ставим лайки. Не пропускаем интересного. Всем пока.